В регионе собран рекордный за всю историю рисоводства урожай – свыше 500 тысяч тонн риса. Планируется дальнейшее расширение сотрудничества с Ираном и другими странами в агросфере. Так, в ближайшее время пройдет первый межрегиональный форум с участием делегаций из Узбекистана. Об этом сообщил аким области на очередной 15-й сессии областного маслихата. В рамках отчета по итогам 9 месяцев глава региона остановился на совместных проектах двух стран по развитию комплекса. За подготовку площадки для совместного проекта «Байтерек» отвечает Казахстан. За проектирование и создание космического аппарата – Россия. С реализацией проекта в 2022 году и ряда других совместных проектов позволит открыть новые рабочие места и даст импульс социально-экономическому развитию Байконура, Акая и Туритама.